привет всем! Вы находитесь на канале Ирина Аджар. Мы по-прежнему находимся в Турции, город Манавгат. Сегодня 23 апреля. И сегодня государственный и очень важный день в Турции. Это двойной праздник. День защиты ребенка. И сегодня очень важный день, День защиты ребенка и День независимости Турецкой Республики, 23 апреля. Именно сегодня Турецкая Республика, что-то под ногами запуталась, была создана благодаря Мустафа Кемалю Ататюрку. Это очень важный человек в Турции. И сейчас мы идем с семьей, чтобы посмотреть на праздник, который организован для детей. Сзади меня развиваются флаги. Красные и белые с фотографиями. С фотографиями. YouTube için video yapıyorum. Ben ünlü yıldızım orada. Valla. Вот, сейчас мы идем в центр, который так называется центр. Господи, как же это по-русски-то? Культурный центр Мустафа Кемаля Ататюрка. Вот он находится сзади. Вот сейчас мы туда идем. Ой, и асфальт еще неровный. Еще джем. Говорю, я упаду. Так, впереди у меня мотоцикл. Главное не упороться. Вход вообще отличный. Они тут сделали. Мне тут все нравится. Я один раз здесь была, в этом центре. На встрече иностранцев нам рассказывали про изменения в законодательстве относительно проживания, вида на жительство в Турции. Вот. Сейчас у нас сколько на часах? Без 28. Все мероприятие начнется в 8 часов. Я вам покажу, расскажу, как это будет. На удивление, очень мало народу здесь. Наверное, потому что сегодня холодно. Сегодня на самом деле был очень сильный ветер. Застряли. Застряли, короче. Застряли при входе. Но вот на удивление очень мало народу. Наверное, это из-за ветра. Сегодня очень был сильный ветер. Тут еще не зайдешь. Нужно самостоятельно. Сказали руками трогать. Блин, какие красивые лампочки. Тащусь, зал вообще огромный. Лампочки вообще отпад. Не, энеште. Hep Ruslar gülecek. Мы специально пришли пораньше, чтобы занять места. Merhaba. Ну, как вы видите, народу не так уж много. Ничего себе, они классно придумали в конце. Возле каждого сиденья флажок поставили, чтобы мы все смогли махать. Что-то я подумала, может, русский флаг нужно было взять, а у меня русского нету дома флага. У меня есть дома турецкий флаг и флаг Исландии. Когда я бывала там, по-моему, там было 5 лет назад или 4, как раз когда было извержение вулкана. Так, я поближе сделаю себя. Thank you.
вот и закончился концерт. Точнее, мы его сами предварительно закончили, потому что мне было очень тяжело воспринимать. Я только что вышла из зала. То, что вы сами видели, как выглядит хор турецких детей, у меня был, честно, шок, потому что я не слышала мелодии. Дети просто кричали, дети не попадали. Блин, я ничего не буду говорить, просто я думаю, вы сами сделаете выводы, но я больше на детский хор не пойду. Так, только бы снова в этой двери не застрять. Я не застряла. Турецкий флажок. Я люблю разные культуры. Я люблю все необычное, интересное, красивое, мелодичное, изысканное, искусное. От посещения данного мероприятия у меня, правда, не осталось таких впечатлений. Наверное, я ничего просто не понимаю турецкой культуре, правда. Мне очень, на самом деле, сложно воспринимать турецкую музыку. Я с ней несовместима. Я с удовольствием послушаю какой-нибудь трэш, какой-нибудь метал, какой-нибудь вообще там симфони-рок или какой-нибудь Cannibal Corpse или Venetian Snares. Ну такое я не смогла перенести. Извините меня, пожалуйста. Зал, конечно, хлопал, но для меня это не для меня, в общем. С праздником, дорогие жители Турции, дорогие россияне, проживающие в Турции, и все те, кто каким-то образом относится ко дню независимости Турции, я вас очень поздравляю. Вообще, этот тюрк сделал очень, очень много для Турции, и здесь его почитают. А, бен алдым? Тамам. Свекровь говорит, возьми еще флажок. Я говорю, у меня уже есть. Она говорит, два не... Она говорит, один недостаточно. Говорит, нужно два. И дала мне два флажка. Теперь у меня дома висит на балконе небольшой флажок. А теперь у меня два в руках. Вот, мы сейчас обратно возвращаемся домой. Жуткий ветер, жутко холодно. Как будто весна нас покинула и наступила осень. Про Ататюрка я чуть позднее расскажу, когда дома. Спасибо, что были со мной.